Волонтеры разрисовали забор в школе-интернате для слабослышащих детей. К инициативе присоединились общественники и молодые художники города. Сам забор расположен на заднем дворе интерната. Всего в школе обучается 100 воспитанников. На обновленном заборе появились персонажи известных мультфильмов. Вскоре здесь обустроят спортивную площадку, чтобы воспитанники могли проводить больше времени на свежем воздухе. Наши дети очень способные, очень активные и проводят свои будни здесь в основном, потому что у нас много деток с области, 65 детей остается у нас ежедневно ночевать в школе. Вот. И вы понимаете, вот это вот, видите, продолжение забора серого, страшного. Эти серые будни нам уже поднадоели немножко. Самостоятельно мы не могли это сделать, потому мы обратились к нашим друзьям, благотворительный фонд «Будь добра». Тут были совсем другие стены, такие там коричневые были полностью. Потом построили новые и закрасили, когда я увидела.